Все, Валерий Васильевич, понятно, что это одна из последних ваших праймерис, которые вот происходит сейчас. Как можно дать какую-то оценку этой компании, праймерис, которая прошла вот в истории праймерис? Я хочу сказать, что у нас прошла прошло внутреннее партийное голосование предварительное на высоком уровне, надо признать. Это не я оценку даю, это дают оценку наши коллеги, сегодня общественники, сегодня даже представители других партий, которые сегодня вошли в региональный коалиционный совет. И вы видели сегодня зал, 600 человек, это не просто часть выборщиков, а это пришли все те партийцы и желающие. Для нас очень важно, о чем говорит наш лидер, быть доступными, быть справедливыми, откровенными. И самое главное, не только констатировать, но находить возможность решения или разрешения самых острых проблем. Что мы будем делать, что делать сегодня.